Семья – источник радости и счастья. Любви – неиссякаемый родник. И в ясную погоду, и в ненастье хранит семья и ценит жизни миг. Семья – оплот и сила государства, хранящая традиции веков. Семья – России главное богатство. Так пусть хранит все наши семьи Бог. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Новосибирской специальной музыкальной школе на особом концерте. Называется он «Музыкальный дом неспроста». 2024 год в России назван годом семьи. Год семьи призван усилить внимание к российской ячейке общества, укрепить защиту традиционных семейных ценностей. Ведь крепкая семья и ее ценности – это основа нашего государства, его социального благополучия, культуры, экономики и безопасности. Семья – это наш род, наши традиции, союз, в котором мы находим поддержку, понимание и заботу. Это домашний очаг, хранимый верой и верностью, заботой и любовью, мудростью и взаимопониманием. И сегодня в нашем концертном зале состоится концерт, на котором мы будем чествовать наши музыкальные семьи и даже целые музыкальные династии. Итак, я с радостью приглашаю на сцену Томаса и Анастасию Леонихиных с пьесой Фредерика Чарасси «Рыжий парень». Thank you.
Sting, Fragile, Michael Jackson, Smooth Criminal. Исполняет дуэт виолончели Станислав и Марина Овчинникова. Thank you.
Александр Глазунов, антракт из балета «Раймонда». Исполняют Алина и Елизавета Корняковы. Партия фортепиано Наталья Якименко. Эдвард Грик. «Минувшие дни» исполняет Мария Пацукова.
Антонио Вивальди. Концерт для виолончели, до мажор, первая часть. Исполняет Николай Пацуков. Партия фортепиано, Лилия Пацукова. Астор Пьецола, Эскуала. Исполняют Лия, Матвей, Эвелина и Артем Рубины. Thank you.
Иоганнес Брамс. Венгерский танец номер 6 в переложении для альта и фортепиано. Исполняют Илья Тарасенко и Татьяна Шевченко. Джон Уильямс. «Дьявольский танец» из кинофильма «Иствикские ведьмы». Исполняют Федор Кабельский и Алла Цыганова. Thank you.
Астор Пьюцова, либертанго. Исполняют Станислав Янковский, Федор Кабельский и Алла Цыганова. Thank you.
В завершении нашего концерта прозвучит сюита из кинофильма «Гарри Поттер» композитора Джона Уильямса. Аранжировка для флейты и двух кларнетов Станислава Янковского. Исполняют Ирина, Татьяна и Станислав Янковский.
Дорогие друзья, наш концерт прошел в рамках творческого проекта «Молодость и мастерство 2024». Проект реализуется фондом «Юные дарования Сибири» с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание и приглашаем вас на концерт «Солнечный зайчик», посвященный Международному дню защиты детей, который состоится 30 мая в 18 часов. До новых встреч!